Поэтому много песен о дружбе. У меня два замечателя, один по диверсии, зампаде, не терпящий удовольствия, а другой по контрразведке. Вот у них день рождения в один 17 апреля. Один день ему исполнилось по 28 лет. Я короткая, это просто Юра просила, никогда не пел, он сейчас поет. Там очень короткая такая песенка. И надо сказать, что один у нас был зампаде, который закончил Академию Химдыма, он там объемный взрыв устроил, как солдат. У нас стекла вылетали без конца. Он унесло там футбольную сетку куда-то, ну, не важно. Впечатление было. Это объемный взрыв. А второй обучал всех рукопашному бою. Сам каратист, как это даже не помню, имел. Мастер повольный борьбы, чтобы понятно было петь. Вот. День рождения. Вернее, следующий день. Отчего у нас Василий не на шутку занемог? Брадион, бидон осилил и больше выдержать не смог. Не встает к обеду, только просит пить, а в Гане нету, чем его лечить. Он вчера у ПТР отломил КПВТ, объясняя для примера, что такое КПВТ. И вдруг с соседней крыши начали стрелять из АКС-пламя. А это просто вышел Юра погулять. И вдруг с соседней крыши начали стрелять. А это просто вышел Юра погулять. А у нас на крыше расчет. Гранатомет стоял пламя. Он командир задался, как дал под над городом. И началось еще 2 часа прямо пошло. Мужик праздник бросили, притрезвели, а там все стреляют. Я говорю, провокатор. Хорошо, не помнил все это.